В работе очень старый велосипед Мирида МАЦ 60. Велосипед в отличном состоянии, достаточно чистый. Но здесь у нас полный износ трансмиссии. Клиент все время ездит на второй звезде. И теперь мы ему поставили сюда вторую звезду не на 32 зуба, а на 36 по его просьбе. Звезда диоровская, самая, скажем так, крутая из недорогих. Поставили новую цепь, поставили новую кассету. Соответственно, на этой трансмиссии он отъездит еще, ну, в зависимости от износа цепи, я думаю, что 3-4 года он должен отъездить, смотря в какую грязь будет залезать. Соответственно, опять же, все настроили, все почистили. Колодки тормозные нормальные. То есть здесь, в принципе, ремонт такой достаточно бюджетный. То есть замена трансмиссии и все. Все остальное просто настройки. Вилка, к сожалению, уже, вот как вы видите, подходит. Вот это вот покрытие, так называемая анодировка, на самом деле краска уже облезла. Втулки, по-моему, тоже здесь перебирались. В общем, просто замена трансмиссии. То есть переборка втулок, замена трансмиссии. Это вот стандартная история на всех велосипедах. И велосипедик еще, соответственно, покатается там несколько лет до следующей переборки втулок и до следующей замены трансмиссии. Потому что, к сожалению, цепи любые растягиваются, начинают подъедать звезды. И там вот в пакетике у меня все это лежит. То есть, как правило, люди ездят на нескольких звездах. Вот этот клиент ездил на большом диапазоне звезд. Соответственно, у него дольше все это прослужило. Но впереди он ездил только на второй звезде, а система разборная. Соответственно, мы смогли ему поменять не все три звезды и не всю систему шатунов, а только одну звезду из тройника. Так что следите за своим велосипедом. Будет он служить долго, работать долго. Здесь очень классный задний переключатель стоит, SLX. Офигенный, очень четкий, он полностью алюминиевый. Соответственно, несмотря на то, что ему много лет, люфтов еще пока нету. И несмотря на то, что каретка с пластиковыми чашками, пока вроде бы претензий. Видите, да, белая пластиковая чашка. Пока вроде бы претензий к работе по этой пластиковой чашке у клиента опять же нет. То есть все зависит от чистоты, от грязи, от того количества, сколько у вас попадает на велосипед всякого ненужного. И, соответственно, быстрее будет ржаветь, если будет много воды и грязи. А если он будет чистенький и аккуратненький, тогда будет служить он намного дольше. Такой вот интересный, классный, тоже легкий. Опять же, вот все старые Мериды очень легкие, очень прочные, очень надежные велосипеды. И рулевая там в отличном состоянии. То есть все очень хорошо.